Ребята, кентуха на проводе прямо. Сегодня будет ваша любимая рубрика, а именно троллинг. И я затроллю агро-стримера новым скином МАК-10 из Немос коллекции. Я думаю, вы уже все про него слышали. Ну а теперь самое интересное. То, что у меня этого скина нету. Я просто купил максимально похожий МАК-10, а именно МАК-10 корот. Ну он вроде бы как больше всего похож на тот самый МАК-10 Руби. Ну что же, ребятки, погнали кидать донат агро-стримеру и будем его троллить. С вас, ребята, лайк, подписка, полетели. Ты лучший игрок, да, у меня будет МАК-10 Руби, это просто язык для меня. Ох, ребята, чтобы понимали, у него стрим называется «Покупаю новый МАК-10 Руби в стендов 2». Он как раз мечтает о этом МАК-10, он продает весь свой инвентарь, чтобы насобирать на МАК-10. Как же это будет идеально. Давайте послушаем, что он там говорит. Наймили скин новый, так, давайте продаем. Все, нахрен продаю, все сливаю, чтобы купить новый МАК-10. Руби. Так, давайте, изи-каточка. Ой, продаем. Смотрите, у меня уже 2700 голды. Скорее всего, я самый первый его куплю. Давайте быстренько продаем. Ребята, он просто собирается купить самый первый МАК-10 Руби. Ну что, погнали, мы отправим донат. Донат будет таким. Привет, нуб. Я разработчик, и я предлагаю тебе зарубиться на новый МАК-10 Руби. Мой ID, жду тебя. Погнали ему отправлять донатик! Все, ребят, донатик залетел, и при том это не просто донат, это скример какой-то. Привет, нуб! Ничего, он кричит! Предлагаю зарубиться на новый МАК-10! На МАК-10 ты хочешь дуэль! Прикиньте, мне чел задонил и сказал, хочет дурь на МАК-10. Я как раз... Как раз собираю на МАК-10. Блин, ребята, он даже агрессивнее, чем я думал. Обалдеть. Я, походу, нашел настоящего агростримера. Вы посмотрите, какой он злой, ребята, это идеально. Все, ребятки, он зашел, братишка зашел. Давайте его напишу. ПР-нуб. Привет, нуб, сам ты... Ты охренел, чел? Сам ты, нуб. Я легенд. Я легенда, чел, сам ты, нуб. Смотрите, он пишет. Ты правда разработчик? Ты правда разработчик? Он правда разработчик? Ты правда разработчик? Он даже с ошибкой пишет. Я напишу. Слышь ты, я не фейк. Зайди, чекни клан. А теперь посмотрите, в чем прикол. Я создал специальный клан ТФ-40, чтобы он подумал, что я настоящий разработчик. Я надеюсь, он на это поведется. Какой же это угар. Походу рели разраб. Зайди, чекни клан. Погодите, ну-ка. Разработчик. ТФ-40! Да ну нахрен! Что? Давайте напишу. Если не веришь, могу забанить на изычах. Чел, походу, реально разраб. Чел, реально разраб. Офигеть. Ты рил разраб. Я в шоке, реально. Чел, рил разработчик. Офигеть, ты рил разраб, я в шоке. У тебя есть новый МАК-10 Руби? Конечно же. Если не веришь, могу забанить на изи. Не надо банить. Нет. Ребята, как же я обожаю такие троллинги. Только не бан ПЖ. Давайте мы напишем приколу. Скажи, я Пеппа и бана не будет. Скажи, я Пеппа и бана не будет. Сам такой. Сказал я Пеппа. Все пишу. Запускаю дуэль. Удачи. Мне интересно, он попросит, чтобы я ему в катке показал МАК-10. Как думаете? Потому что если он меня спалит, тогда троллинг пойдет не по плану. Все, мужики, погнали запускать. Ну что же, ребятки, а мы уже в каточке. А знаете, что самое прикольное, ребята, во всем этом? То, что у меня кастомные лобби. В этом же и суть всего нашего троллинга. Плюс, ребятки, у меня 150 хп. Он пишет, покажи МАК-10, я буду на миду. Так, ребята, я покупаю МАК-10. Не, ну посмотрите, ну реально похож МАК-10, да? Имбулечка. Я на миду. Иду на мид. Ай, блин, я не в тот чат написал. Иду на мид. Ой, ты написал, идет на мид. Написал, ребят, идет на мид. Так, главное, чтобы он меня не спалил. А теперь давайте я по приколу напишу. Иди на Б. Иди на Б, он пишет. Иди на Б. Я сейчас просто буду бегать вокруг него. Куда он убегает? Спалил меня или нет?
Так, ну чё, братва, мы начинаем. Играем на всю. Так, братва, ну что, первый раунд. Я должен притвориться полным нубом, чтобы он мне тупо вынес кабину. Все, почти, погнали, погнали. Я полный нуб, чтобы понимали. Давайте напишу. Я плохо играю, если что. А у него, чтобы понимали, знаете, какое у него звание? У него звание элита. Он очень жесткий. Все, поехали. Идем, играем, играем, играем. И я такой, то спиной чисто лезу. Таракан усатый. Где он, где он, где он? Где он, где он, где он, где он? Смотрите, смотрите, смотрите. Найс. А я забыл, у меня бесконечные патроны стоят. Какой же нуб, он не может меня забрать? Я мало нуб. Он попасть не может, он попасть не могут. Не может, я просто один прикалываю, смотрите. Как он элиту поднял? Какой же он будет? Найс! Первый раунд за мной. Так, ребята, во втором раунде я куплю АВМ, и давайте я ему напишу. Ого, ты жесткий. Ого, ты жесткий, так чел, я уже бомбу ставлю. Все, играем. А, он уже заплентил? На! Какой же ты борчил! Все идет идеаленько! В этом раунде, давай ему напишу. Давайте ему напишу. Гомит ножи. Гомит ножи, чел пишет, гомит ножи. Так, погнали! Братик, давай мит ножи. Ничего, у него киргол, чел, у него киргол. Чел, какой же ты, вот как же ты не веришь? Как же ты забайтился? А он нарушает правила! Вот он нехороший человек, вы видели? Давайте напишу. Я тебя забаню за такой обман. Никто не имеет права обманывать разраба! Чел, ты меня не забанишь. Чел, ты меня не забанишь. У меня есть АВМ Спорт В2. Чел, меня не забанит. Не, ну реально, ребята. Чего он делает? Может, говорили, спит ножи, а он мухлюет. Ну че, в этом раунде, знаете, что возьму? О, давайте возьмем 60. Тупо настоящий нуб. Давайте напишу. Все, играем. Все, играем. Поехали. Я тупо настоящий нуб. Петарды. 3, 2, 1. Все, поехали, поехали, поехали. Он просто стреляет, смотрите, смотрите. Паля, нормально, нормально. Смотрите, что он делает! Чё? Я случайно маслину поставил! Это прикол? Это рофл какой-то? Это рофл, скажите мне? Это я по брейну играл! Тупо, как нуба тебя закрыл! Ты рофлишь? Ха-ха! Да, я рофлю! Я очень сильно рофлю! Ха-ха-ха! Так, а теперь, знаете, давайте напишу? По приколу напишу. Абовен стайл! И сейчас буду делать вид, что я играю с М40, но я буду жестко промахиваться, жестко. Какой нахрен Абовен стайл? Итак, по брейну, типа, по брейну, смотрите. Он еле по мне попал. Куда мы лезем на бабочку? Это релизи, это релизи, изи катка для меня, просто изи каточка, ребят, 4-1. Я на халяву сейчас золотая маг 10 рупий, ребят. В этом раунде напишу, я сделаю себе чуть больше хп. Ты не против? Я против, чел! Вырубай. Я себе сделал 149 хп, а тебе 99 хп. Ты охренел? Охренел? Ты охренел? Ты охренел? Чел, ты охренел? Ты охренел, скажи? Он охренел! Быстро вернул, как все было. Ха-ха! Вернул. Итак, где он? Смотрите, смотрите. Я делаю, чтобы ему попасть по нему. Он реально подкрутил себя. Какой же он нуб, ребят, какой же он реально нубик. Вы видели, как он нубик? У него реально 200, у него походу миллионов, вы видели, 2 тыки сначала дал, 2 тыки. Вы видали на? Нет. Счет 5-1. Но я думаю, мы можем потихонечку делать камбэк. Я себе включаю АИМ. Я себе включаю АИМ. Какой АИМ? Вырубай. Он пишет вырубай, чел. Пишет вырубай. Какой АИМ? Ха-ха. Братик, знаешь, какой АИМ? Брату. Вау, он потеет, чекайте. А, вот такой вот АИМ. Сразу, ребята, прямиком хедшотик. Что? Да ну! Как? Я слышу, там злится, агрится. Найсик, так, в этом раунде, давайте напишем. Я себе ща включу высокие прыжки. Я себе ща включу высокие прыжки. Это нечестно! Я себе включил высокие прыжки, и он по-любому сейчас мне поверит. Поехали, пацаны, все. Я себе типа включил высокие прыжки. Это нечестно!
это нечестно! Это нечестно. Нет, нет, он врет, я ему не верю, он врет. Ля-ля-ля, опа, высокие прыжки. Прицел на М110, чел. Вырубай, чел. Опа! Какой же он бот, смотрите, какой же он бот. А теперь чекайте угар. Какой же он ботик! Какой же ты ботик, чувак! Прыжки не помогли, а теперь давайте, знаете, что напишу? Ща включу высокие прыжки, и АИМ! Ща включу высокие прыжки плюс АИМ. Ха-ха-ха! Все, пацаны, поехали! Он пишет, куда мы лезем. Ох, братанчик, ща ты узнаешь, куда мы лезем. Пишет, тебе это не поможет. Нет, ты серьезно? Ты думаешь, мне это не поможет? Что? Откуда? Вырубай! Ха-ха! 6-3, баем-баем-ба! Так, ребят, в этом раунде давайте, знаете, что мы сделаем? У тебя спидхак, алло, вырубай. Ладно, я вырубаю, только никому не говори, или у меня все это заберут. Ха-ха-ха-ха! Все нормально, ладно, я вырубаю. Все, ребят, я сделал вид, как будто я все вырубил, и я теперь обратно стал нубом. Я беру вот эти вот берецы. О, беру берецы! Он пишет, я расскажу всем. Тебе ханачил! Я всем это расскажу. Нет, пиши! Так, все, ребят, поехали! Ля-ля-ля. На, ботик, куда мы лезем? Все, я опять нуб. Напишу. Ого! Ты жесткий. Все, поехали. Ты ботик без щитиков. Ого, ты жесткий, да. Конечно, я жесткий. А типа без софта я бот, он пишет, окей. Ой, брат, ты за эти слова очень жестоко поплатишься. Поверь ты мне. Так, поехали. Бро. Йоу, бро. А ну-ка. Я сейчас случайно поставил маслину. Просто прикиньте, у него тупо отлетела челюха. Что? Да ну-ка! Да ну нафиг! Он чё, Ты чё, чел? Это уже не смешно. Это уже не смешно. Чел, походу, читиками. Интересно, что он там говорит? Нет, это какой-то прикол. Это рофл какой-то или что? У чела или читики? Так, ну чё, ребят, в этом раунде, смотри, что я сделаю. Ща будет тактика пиксель. Какая? Если не ошибаюсь, где-то тут. Ты чё? Ты охренел? Ненавижу читеров! Нормально. А теперь давайте я у него спрошу, а что он знает про тактику пулеметик? А что ты знаешь про тактику пулеметик? Ох, ребята. Берем терем 60! И лесгоу, лесгири, начистим ему кабину. Поехали, пацаны! Он пишет, нет, не знаю. А зря, братан, зря ты не знаешь про эту секретную тактику. Она бы тебе была бы очень кстати, да! Плюс один раунд, да! Что это? Что это? Ах, да, я забыл. Если я выиграю, я тебя забаню! Все, пацаны, поехали. Я выиграю, тебя забаню. Я тебя забаню, че! Так, ну что, в этом раунде, я беру хаешки, я и забыл. У меня же бесконечные хаешки. Давайте я напишу. Я тебя забаню, челик, вырубай щиты. Давайте я напишу. Ща будет тактика. Разрывная! Сейчас будет тактика разрывная. Какая разрывная? Че, разрывная, это у тебя что на? Ну что, настало время разрывной. Ля-ля-ля. 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 С двух тычек, да! Что это? Да как бы! Это уже не смешно. Так, ребят, ну что, погнали? А теперь давайте напишу. Все, бро, извини, я вырубаю.
Все, ребятки, а сейчас пишу, все, бро, извини, я вырубаю. Он пишет, сейчас будет тактика, тебе хана. Все, бро, извини, я вырубаю. Никому не говори. Ай, угар, 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 угар. Так, все, поехали, поехали, пацаны. Все, все. Теперь я обратно стал лбом. Смотрим. Вот так. Все, на извещах. Он мне сломал кабину. Сказал же! Сказал же! Тактика тебе хана, просто тактика работает. Тактика! Тебе хана работает! Все нормально, счет 8-7. Так, давайте теперь. Давайте теперь я обратно притрусь на бомб. И давайте я его предложу. Го мид! Го мид АВП! Го мид АВП! Изи нубло! Го мид АВП! Все, поехали! Он пишет го, 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 он пишет го! Сейчас после будет полный гуар. Я этот раунд тоже должен жестко слить. Так, где он там? Смотрите. Вот так стреляй, смотрите. Чисто, чисто по воробьям, по столбу. Ха-ха! Он меня забрал еще и на узумов! Чел просто не мог попасть. Видели, какой он бот? Вы видели, какой он бот? Чел просто попасть не мог. Чел и попасть не мог! Это просто изи, это просто изи. Это просто изи, реально. Вы видели, какой он бот? Чел просто попасть не мог. Чел и попасть не мог! Ну а теперь, ребята, будет самое жесткое. Я должен его победить. Все, ребят, теперь давайте. Теперь я беру молики. Молики, а так молики. Беру, ребята, М4-1. И погнали. Let's go, let's get it. Все, поехали. Сейчас все должно гореть. Просто все должно гореть. Ой, вар. Давайте. А вдруг он в темке? Вдруг он в темке? Все должно гореть. Что это? Подождите. А что это? Что это? Что это? Что это такое? По, это лава? Что это нахрен? Это с неба падает! Походу. Это с неба падает? Это с неба падает! А где он вообще? А, он там, он там, он там на краю. Найс! Найс! Пацаны, походу по нему попал. Ой, я отвечаю, он сейчас горит, он сейчас горит! Он сейчас горит! Давай! Гори! Он тут, он тут, он тут, он горит, он горит, он горит, он горит! Давай! Что это, что это? Как выжать? Что это? Что это? Что это? Мы это сделали, да! Да что это? Ай, блин! Ну выруби ты, че ты? Так, ребята, сейчас счет 8-9. Так, ну что, в этом раунде давайте сделаем тактику. Ёжик в тумане! Сейчас просто будет тактика ёжик в тумане. И давайте мы напишу. Я немного подрубил. Я немного подрубил. Вырубай! Это уже не смешно, это уже не смешно. Он пишет, у тебя тоже торпеды с неба падали. А он думает, что это не я сделал, что это какой-то баг. Да, напишу. Да, это баги. Ха-ха-ха, он думает, что это баги. Прикиньте, он поверил. Так, ребята, а теперь смотрите, что мы делаем. Смотрите, что мы делаем, мои сладенькие. Ты же разраб, пофикси баги. Что это? Дымка падает, дымка, дымка, дымка! Что это, что это, что это, что это? Так, тихонько. А где он, где он, где он? Вот он, вот он! А давайте он лошадь посадим, как нуба. Где он? Тише. Да! Мы это сделали! Это было гениально! Что это? Что это? Я ни хера не вижу! Так, ну что, счет 9-9. Давайте последний раунд сделаем как-то максимально по красоте. Я возьму дробаш и просто запрячусь в ребрах, напишу. Ща все решится. И или бан, или руби. Го, мид, ножи. Он пишет го, мид, ножи. Давайте напишу го. Го. Он пишет, или ты стыкуешь. Все, я ему написал го, мид, ножи, а сам буду сидеть в ребрах. Просто представьте его лицо, когда он будет на миду, а я в ребрах. Да. Все, ждем, 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 ждем. Ловись, рыбка большая, маленькая. А что такое мид? Я ему написал, что такое мид. А что такое мид? Мид это центр. Мид это центр, че вы найди? А, так мы без центра играем. Все, го, б, б и темка. Идеально. Играем на ножах. А что? Ладно, ладно, ты уже сильно жестко, что такое ножи. Го, б, го, б. Я на Б! Он плентит? Тише, тише. Выходи нахрен. Он спалил, что я тут? Он не спалил, что я тут?
Так он не знает, что я тут. Где ты? Он прикалывается, да. Да, идеально! Мы это сделали! Да! Интересно, там горит? Какой же это шедевр, он еще так угорает на стриме. Короче, мои уважаемые подписчики, прямо эту секунду, если понравился подобный троллинг, прямо сейчас прожмите лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Но если вы хотите получить бесплатный БП, прямо в эту секунду переходи и подписывайся на мой телеграмчик по ссылочке в описании. С вами был ваш Кентуха и заскамленный ютубер-братишка. Ссылочка на него есть снизу. Всем удачи и всем пока! Жди бан по причине нуб.